пострелял и попал за решетку. Испытание пневматического пистолета, которое студент одного из чебоксарских вузов решил провести в майские праздники, на улице города закончилось для него уголовным делом и арестом. А еще ему предстоит возместить ущерб около 100 тысяч рублей. Подробности в материале наших коллег. В 2 часа ночи мимо выставочного экземпляра «Шкоды Кодиак», установленного возле торгового центра на улице Ленинского комсомола в Чебоксарах, на скорости проехал легковой автомобиль. Охранник центра обратил на него внимание, потому что после этого обнаружил повреждение защитного стекла вокруг выставочного джипа и на самом внедорожнике. За дело взялись сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 2 УМВД России по городу Чебоксары, которые в течение суток установили, что «Шкода» была обстреляна из «Фольксвагена Поло». Предполагаемый стрелок вместе со своим пневматическим пистолетом доставлен в отделение. Решил как бы проверить, решил пистолет, вот, пару раз стрельнул в воздух и вот прицелился, ну, вот эту стеклянную коробку. Не ожидал, то, что сломается стекло, как бы. Позже в полицию обратились и владельцы автомашины ГАЗ-3121, припаркованной на улице 324-й стрелковой дивизии. В ночь на 4 мая она тоже послужила мишенью для 23-летнего уроженца Тюменской области, который учится в одном из чебоксарских вузов. Наверное, только в суде, где решался вопрос об аресте подозреваемого, будущий медик осознал все последствия своей выходки. По решению Калининского районного суда, на время проведения дознания студент будет находиться под стражей. Родители стрелка уже перечислили порядка 100 тысяч рублей в счет возмещения ущерба владельцам поврежденного имущества.